Друзья, добрый вечер. Сегодня понедельник, а значит, программа «Политика на русском языке». Сегодня особенный выпуск. У меня в гостях хороший друг Республики Молдова, бывший специальный представитель Европейского Союза в Молдове в 2007-2011 годах, и не только, известный в этом качестве Кальман Мижий. Кальман, добрый вечер. Добрый вечер, и спасибо, что приняли наше приглашение. Я попросил помочь мне провести сегодняшний эфир моего хорошего друга и коллегу по Институту стратегических инициатив, директора этого института Влада Кульминского. Влад, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за приглашение. Я постараюсь быть максимально полезным в разговоре с господином Мижием. По-моему, серьезно, сегодня первый такой опыт соведущего. Да, это достаточно интересный опыт. Да. Ну, я тоже недавно начинал. Кстати, до начала программы говорил с Натальей Марарь, постоянной ведущей этой программы. Наталья, хорошая новость. Сегодня выписалась из больницы и идет на поправку после, как вы знаете, операции. Надеюсь, через 2, может, 3 недели она вступит в свои права и будет проводить передачу «Политика» с понедельника по четверг. Сейчас же только в понедельник и в четверг уже на румынском языке. Кальман, вы знаете, я сказал, что будет интересный разговор по целому ряду причин. Ну, во-первых, мы старые хорошие друзья, не будем это скрывать. Это и хорошо, и плохо, потому что с друзьями сложнее вести объективный разговор на публику. Почему интересный разговор? Почему я ожидаю, что это интересный разговор? Потому что вы человек очень яркий, многоплановых интересов. Ну, стоит напомнить, не все, может быть, знают, что до того, как Кальман Мижий был назначен специальным представителем Европейского Союза по Молдове или в Молдову в 2007 году, мандат длился 4 года. До этого Кальман Мижий целых 6 лет проработал в Нью-Йорке в качестве помощника генерального секретаря ООН и директора регионального офиса программы развития ООН, ПРООН, UNDP, который отвечал как раз этот офис за страны Европы и СНГ. После того, как вы завершили свой мандат в Кишиневе в 2011 году, в феврале, вы несколько лет проработали в Украине. Вы были главой миссии Европейского Союза по реформе сектора безопасности Украины, по верховенству права и вообще по реформе правоохранительных организаций. Вы близко следите за ситуацией в регионе и можете провести сравнительный анализ не только Молдовы, но Молдовы в более широком контексте. А еще я думаю, что разговор будет интересным, потому что вот все-таки вы уже неофициальное лицо. Вы бывший европейский чиновник высокого уровня. Но я думаю, мы постараемся, чтобы рамки ваших бывших должностей вас не стесняли. Ну что, Влад, поехали? С большим удовольствием. Кальман, вы приехали в Молдову впервые в официальную миссию в 2007 году. Прошло 10 лет. Вот если сравнить то, где была Молдова в 2007 году и где Молдова в 2017 году, в каких областях мы продвинулись вперед, а в каких областях, на ваш взгляд, мы регрессировали? Добрый вечер, Андрей. Спасибо за приглашение. Влад тоже. Хотя я вообще оптимист, я должен сказать сразу, что прогресс в Молдове в этих годах от 2007 до сегодня, это почти, ну, это 10 лет уже, это разочаровывает. Тотально или? Вообще, не во всех областях, но вообще да. Почему я скажу, что вообще? Потому что есть система. Есть система управления, есть система политической и общественной жизни. И в этом мы, я думаю, к сожалению, нам не удалось прогресс, качественный прогресс получить. Даже я должен сказать, что в самых важных областях с политической, экономической, общественной системы
есть определенный регресс. Это я должен прямо сказать. Сейчас в Молдове есть политических процессах в судах и есть задержанных, политических задержанных. Такого, можно сказать, что давно не было. Есть их много. Поэтому нарушение верховенства права в Молдове сейчас гораздо больше, чем раньше. Я могу это сказать достаточно объективно, что, к сожалению, ситуация здесь с правом человека и с верховенством права хуже, чем раньше было. И, конечно, это разочарует, потому что в 2009 году в апреле были протесты, и была надежда огромного количества общества, что Молдова идет европейским путем. Они даже говорили, транспаренты по Европе были, но деятельность и активность элиты, власти от того времени не стали проевропейскими вообще. И даже то, что они делают, это дает плохое название на европейскость и... Ну, жесткий это вообще, анализ. Вообще не по этой пути вещи идут. Это разочарует. Но я останусь оптимистом, об этом, наверное, будем еще говорить. Кальман, а позвольте вам вот такой вопрос задать. Он прямой и достаточно откровенный. Я помню, что когда вы были спецпредставителем Европейского Союза в Республике Молдова, 2007-2009 год, вам часто приходилось напоминать правительству о обязательствах, которые они на себя взяли. В плане защиты прав человека, в плане, значит, свободы средств массовой информации, в плане работы с оппозицией. Я помню, что как избирательного права. Я помню, что как только правительство тех времен пыталось перейти определенные красные линии, тут же следовало такое серьезное достаточно давление со стороны западных структур на правительство, и правительство давало назад. Давайте вспомним несколько случаев. Например, ситуацию с ПРО-ТВ, когда канал пытались всячески там то ли закрыть, то ли ограничить, значит, его вещание. После таких серьезных окриков и предупреждений правительство дало назад. Избирательную систему не поменяли. Давление на оппозицию, хотя и было, оно было в определенных пределах. То есть там не было такого, чтобы людей лично преследовали, значит, чтобы ходили по организациям, где они работают, и заставляли, значит, людей отказаться от услуг оппозиции, то есть чтобы люди там банально выдавить их с работы, и многие-многие другие вещи. Да? Если мы сравним это с тем, что происходит сейчас, на ваш взгляд, сейчас правительство соблюдает эти красные линии, правительство прислушивается к голосу своих западных партнеров, правительство пытается быть европейским, или все-таки сейчас в этом смысле ситуация хуже, чем она была в 2007-2009 году? А вопрос, который мне лично задают очень многие люди, с которыми я общаюсь, он еще проще. При коммунистах было лучше или хуже, чем сейчас? Значит так, вы хорошо помните, действительно, тогда я лично, когда они хотели закрыть ПРО-ТВ перед выборами. Это был декабрь 2008 года, напомню. Да, это было осень 2008 год. Вы, наверное, знаете уже по дню, когда точно это было. Как мы послушали, что будет такое решение, я сразу приехал с мандатом господина Соланы. И очень категорически сказал, какие были бы следствия для господину Воронину, и они отказались из этих шагов. А вот сейчас, Венецианская комиссия сказала, не меняйте избирательное право, потому что это противоречит демократическим нормам, значит, ее не послушали. Значит так, с одной стороны, ситуация далеко была от идеального тогда, поскольку действительно было давление на оппозицию, было преимущество про правительственных каналов,
Но с другой стороны, действительно, как вы спросили, все-таки они послушали наши ожидания и наше мнение, и можно было с властью тогда разговаривать. Действительно, сейчас и вопрос задержанных по политическим причинам, и нарушение разных прав человека, и изменение избирательного законодательства, ситуация гораздо хуже, и не слушают мнение Брюсселя и официальных институтов европейских. Я думаю, что ситуация сейчас хуже. И, кстати, экономически тоже очень плохая из того, что произошло с банками в 2013-2014 году. Это, конечно, влияло очень отрицательно на экономическую ситуацию. Влад Камин, я во многом соглашусь. Мне кажется, что нынешние власти, они более... Ну, наглые, может, неправильное слово, но более самоуверенные, самодостаточные и менее восприимчивые критики, чем были предыдущие коммунистические власти. В том числе, что в вопросе изменений правил игры во время игры, под себя. Но объективности ради я хочу заострить вопрос и спросить, не чувствуете ли вы определенной вины европейских структур? Я дам пример. Мы помним, что в апреле 2009 года партия коммунистов набрала на тех выборов, если не изменяет память, 49%. Бесспорно, рост тогда Влад Филат, он набрал его партии 15%, партия Михаила Гимп тоже 15%. Но было очевидно, что самые серьезные силы, несмотря на 8-летний мандат у власти, оставались коммунисты. И объективная поддержка избирателей. И я помню, тогда было много разговоров. Один разговор, то есть, что можно было, в принципе, президента избрать не новым парламентом после апрельских выборов, но так подтасовать карты, что президента можно было избирать еще в марте, еще старым уходящим парламентом. Или же представим себе, ведь вот 4 марта аргументация Конституционного суда, 4 марта 2016 года, почему вернулись к положению старой Конституции о прямых выборах президента. Потому что вот новая система себя не оправдала, привела к дестабилизации, к постоянным перевыборам. И вот если вы помните, тогда в ну, обладая тем мандатом общественной поддержки, около половины населения, я думаю, президент Воронин, если бы захотел любой ценой остаться у власти, он вполне мог бы тоже таким же образом поднять вопрос и изменить Конституцию. Наверняка, или бы он, или бы другой кандидат коммунистов, наверняка бы реально мог бы победить в прямых президентских выборах. Но вот все-таки были какие-то внутренние сдерживающие факторы. А потом, что мы помним, Кальвин Миш? Вы были еще спецпредставителем Европейского Союза. Марианну Лупу не избрали с двух попыток в октябре и в декабре 2009 года. И потом процесс заморозили. Господин Гимпу, как он сказал, нашел козырную карту у себя в рукаве и затянули процесс избрания на целый год. Потом даже был провалившийся референдум по прямым выбором президента. И вот мне кажется, делясь своим анализом, все-таки какие-то красные линии у предыдущих властей, хотя назывались коммунистическими, мне кажется, они были больше. Но новые власти почувствовали определенную индульгенцию со стороны Европейского Союза. Мне так кажется. Что наши ребята у власти, и я был частью этой команды на своем уровне заместителя министра иностранных дел, и мне тоже казалось, что мы идем правильной дорогой, что Молдова на пути истории успеха. Но должен сказать, что со временем я понимаю, что единожды оступившись, потом очень тяжело иметь этот моральный авторитет. Андрей, то есть вы имеете в виду, что коммунистическая партия была более демократической, нежели демократические партии, которые сменили ее? Я скажу другую вещь, фундаментальную. Вот у президента Воронина, и сейчас Кальвина подключим, уже наш гость, но мы все здесь, мне кажется, для коммунистов оппозиция была нежелательной опцией, но реальной. Но не смертельной. Они не смертельные, они понимали, что в случае поражения, ну, есть красные линии, вещи, которые нельзя делать.
для того, чтобы любой ценой остаться у власти. Вот сейчас, мне кажется, прошла точка невозврата, и для нынешней власти опция оппозиции, потеря власти, она не рассматривается. А задача любой ценой сделать так, чтобы у власти остаться, даже несмотря на то, что говорит Европейский Союз. И здесь я процитирую, мне цитировали разговор одного почти самого высокопоставленного государственного лица Молдовы с комиссаром Ханом, и он говорит, ну, понимаете, господин премьер-министр, вы рискуете 100 миллионами. А ответ был такой, ну, а вот если бы вы, господин Хан, имели бы выбор, 100 миллионов не получаешь или политическая смерть и оппозиция, которая неприемлема, что бы вы выбрали? Вот мне, вам не кажется, что вот действительно сейчас желание сохранить власть, оно любой ценой и восприимчивость к советам, рекомендациям европейской структуры, она намного более ниже. Значит так, я соглашусь с вашей оценкой того, как это было при коммунистической власти. То, что касается сегодняшней ситуации, я очень надеюсь, что европейские лица и структуры держат нормы, определенные нормы и ожидания к молдавским властям. И если не держат эти стандарты молдавские власти, тогда будут серьезные следствия этого. Разве? Между этими задержания денег. Задержание помощи. Есть здесь еще дополнительная проблема, опасность, то, что одновременно они говорят, что они проевропейские. Например, идет... Кто они? Власти? Власть, да. Например, идет эта вообще смешная дискуссия о том, что положить европейскую ориентацию в Конституцию. Но закрепить Значит, есть, с одной стороны, эти символические, как бы проевропейские деятельности, а с другой стороны, то, что они делают, это абсолютно против европейским ценностям и даже против точно 100% тому, что и Евросоюз, и Венецианская комиссия потребовала от вашей власти. И я думаю, что нам надо очень ясно сказать, что это не идет в имени европейских ценностей и евроинтеграции. Я думаю, что евроинтеграция начинается от внутренних реформ, конкретных внутренних реформ, и не от слов, и от цветов слов. И если не будет независимых судов, если не сокращается очень острая коррупция, если не будут очень глубокие реформы банковства, если в дальнейшем держат люди на основе секретных судов в тюрьме, тогда это не европейская дорога, и это не должна получить никаких поддержек от наших структур. То есть я в принципе, насколько, значит, если я правильно понимаю, то есть поскольку я не дипломат, то я думаю, что в данном случае можно было бы говорить прямо, что если бы правила Европейского Союза, которые существуют в других странах Европейского Союза, если бы они соблюдались в Молдове хотя бы процентов на 60-70, то у власти не было бы шанса не то что выиграть следующие выборы, но даже у власти удержаться. Если бы у Брюсселя была возможность обеспечивать выполнение европейских правил так, как они это делают в случае с Румынией, Болгарией, Венгрией, Польшей, балтийскими странами, да, если бы у Брюсселя была бы эта возможность, то это, скорее всего, бы означало, что в Молдове бы сменилась власть. Да,
Я тоже хотел бы на то, что вы сказали, вспомнить на то, что в 2010 году и потом я всегда аргументировал за то, что проевропейский путь – это реформы. А ошибка некоторых была такая, что идентифицировали коммунистов и Воронина с российской ориентацией, а поскольку новая власть тогда имела название европейской интеграции, тогда они, все, что они делали, это было обоснованно, потому что они делают это за европейскую интеграцию. Это была огромная ошибка, потому что именно поэтому у многих, особенно русскоязычных, есть разочарование с Европой, и это надо и ощущение, изменить. Эту и ситуацию. Ощущение такое, что Европа, именно так и говорит Москва, хотя это абсолютно не ставит ценности на первый взгляд, а по принципу наши ребята, ну и закрываем глаза. И нужно тут признать, Кальман, ну смотрите, я помню, все-таки был сопричастен в какой-то степени к этой системе и был заместителем министра иностранных дел, не влиял на большие решения, но о них знал. И знал и о повестке западных коллег. Конечно, вот эта история успеха, что Молдова, ну, отличник в классе восточного партнерства, и нужно нести как факел эту историю, она сыграла злую шутку, потому что тогда закрыли глаза, когда не избрание Мариана Лупу не привело к досрочным выборам через 2 месяца, как в принципе, или через 3 месяца, как нужно было это делать по Конституции, как сделали коммунисты до этого, а затянули на еще год, и потом даже в сентябре был референдум. Потом не избрание президента в 2000, там, с третьей попытки, помните, и на целый год затянулась эта временная власть его президента Мариана Лупу. И как вот избрали Николая Тимофтя. А потом, ну, апофеозом этого всего было весна 2013 года, когда Молдова практически завершала переговоры по соглашению об ассоциации. И когда Влад Филат, тогдашний премьер-министр, будучи отправлен в отставку, был готов заключить тактический договор с коммунистами, пойти на досрочные выборы, рискуя их проиграть и рискуя, чтобы коммунисты победили. Но тогда бы это, как он аргументировал, сломало бы олигархическую систему. Но именно европейцы пришли и его дернули сильно очень за рукав, сказали, нет, ни в коем случае нельзя досрочных выборов, победа коммунистов неприемлема, потому что в результате мы не подпишем соглашение об ассоциации. Так оно, в принципе, и было бы. Все-таки здесь какие-то, ну, нужно, может быть, не вам лично, но я бы считал, что европейским коллегам нужно быть все-таки более самокритичными в признании совины за те процессы, которые выходят из-под контроля Европы, которые сейчас у нас в стране. К сожалению, буквально 30 секунд вам на реакцию, и мы должны будем сделать первую паузу нашей программы. Значит, я тогда не был в Молдове в 2013-2014 году, и трудно мне обсудить, потому что здесь идет речь о хороших пропорциях. Я помню, что в 2013 году, как было в начале года, это была та афера, когда умер человек в Тим Хантинг. По дуре Домняск, это скандал охотный, да? Да, а после этого был внутренний кризис коалиции, и тогда я тоже писал об этом в молдавском печати, в инфопримии, предлагал, чтобы и Филат, и Плахотнюк вернулись один шаг назад, и чтобы выбрали господина Леанка. Ну, так и произошло, конечно. Премьера, потому что все-таки в коалиции ЛДПМ был самый большой. Ну, так и случилось. Да, но то, что я тогда тоже не видел, что как глубокие проблемы все-таки с
с внутри коалиции. Поэтому я думаю, что то, что вы сейчас скажите, возможно, это трудно, трудно историю там обрабатывать, но возможно, что пропорции и у меня не были совсем такие, как правильно было бы, и недооценивали власть уже тогда господина Плахотнюка. Вот на этой интригующей нотке мы должны поставить точку запятой и закрыть этот исторический экскурс части программы и уйти на короткую рекламу. Оставайтесь с нами, через 2 минуты возвращаемся. Добрый вечер, дорогие телезрители. Спасибо, что остались с нами. Мы начинаем вторую часть нашей специальной программы «Политика» на русском языке. У нас в гостях сегодня Кальман Мижий, бывший специальный представитель Евросоюза в Молдове в 2007-2011 годах. Но после завершения своего мандата Кальман не отошел от дел, следил за Молдовой, постоянно возвращается. Вот сейчас уже неделю провел в Молдове, а в 2014-2015 годах он провел целых 2 года в Украине, будучи главой Европейской миссии по реформе сектора безопасности, верховенстве права, реформе правоохранительного сектора. И уже не будучи скованным официальными должностями, мы спокойно, откровенно говорим о том, что было, об этом было в первой программе, и теперь о том, что есть и то, что будет. Со мной в студии, как соведущий, мой коллега и друг Влад Кульминский, директор Института стратегических инициатив, коллега со мной по этому институту. Влад, берите. Кальман, я хотел вам задать вот такой вопрос. Вы знаете, ну, во-первых, будучи убежденным сторонником европейской модели развития для Республики Молдова, я считаю, что Европейский Союз вот за все эти годы, по большому счету, проявлял к нам достаточно много доброй воли. Европейский Союз давал нам достаточное количество средств, больше, чем Палестине, заметьте, по некоторым подсчетам, на душу населения. На душу населения, да. Значит, для того, чтобы страна действительно стала на путь реформ, чтобы она стала функциональным, нормальным государством. Вот. И я очень далек от того, чтобы винить и обвинять Европейский Союз в том, что происходило, потому что хотя бы возьмите пример Румынии, которая ближе всего к нам. Да? Я очень часто бываю в этой стране, и я скажу вам, что вот те опасения, которые существуют у наших русскоязычных граждан по поводу Румынии, они, в общем-то, не обоснованы, потому что там мы действительно видим функциональное государство, мы действительно видим работающие институты. Мы действительно, в Румынии, кстати, права национальных меньшинств защищаются очень и очень серьезно. Интересно, что бывший президент Троян Басеску, в общем-то, чемпион национальных меньшинств в самой Румынии. Но, к огромному сожалению, мы отошли в сторону от этой модели, и этот тренд абсолютно очевиден. Мы идем по какому-то другому пути. Я даже не знаю, как это назвать. Построение ли это авторитарного государства? Построение ли это какой-то модели под себя, где никто никаких правил игры соблюдать не собирается? Я хотел в этой связи задать вам вопрос, Кальман, потому что вы очень хорошо знаете постсоветское пространство. Вы знаете, куда идет Грузия, вы знаете ситуацию в Украине, в Белоруссии. Куда все-таки движется Молдова и где тот предел, до которого мы можем дойти? Ну, хотя бы даже если говорить про ту же Беларусь, то там, да, там все-таки модель управления более жесткая, но все-таки власть пользуется доверием со стороны граждан, как ни крути. То есть там 55-60% власти доверяют. В Республике Молдова нет даже этого. То есть у нас уровень доверия, собственно говоря, стабильно находится на уровне 7-8%. Кальман, скажите нам, как человек, который очень хорошо понимает эту ситуацию, куда мы все-таки движемся? Это не самый хороший момент на этот вопрос, потому что сейчас действительно можем иметь такое впечатление, что Молдова в каком-то тупике, в системном тупике, как вы уже сказали, что есть определенная олигархическая система. Но с другой стороны, я тоже думаю, что все-таки это может и надеюсь, что будет измениться. Каким образом? Три основные факторы могут влиять на то. С одной стороны, как мы все говорили, Евросоюз должен быть очень открытым и очень однозначным, что
как Молдова сейчас идет, это не европейский путь. Это одно. Второй общественный фактор. То, что произошло 2 года назад, это соединение людей, независимо от того, ли ориентируются на Румынию или на или русскоязычные, в то, что они потребовали изменения власти, были очень большие протесты. Я думаю, что это был очень важный момент общественной зрелости. Потому что в последних 20+ годах всегда можно было плохие вещи делать под флагом или румынским, или русским. То есть все это выступали за важно, перемены. Чтобы ваши люди чувствовали, что мы в этой стране, мы должны создать жизнеспособную систему. Поэтому я думаю, что это очень важный позитивный фактор. И третий, что все-таки в Молдове нет монолита власти, есть ривализация помежду и президентом, и управляющей партией. И, конечно, те, которые были самые важные позитивные фигуры этих протестов в 2015 году, ну, Майя Санду и Адриана Стаза, тоже являются важными политическими факторами. К сожалению, мы слышим очень много давлений на их активистов, нелегальных давлений на их активистов на территории. Это опять очень плохо и не совпадает с верховенством права. Но все-таки эти три фактора, я думаю, что такие, что дают надежду на то, что плюрализм в Молдове остается, и на следующем раунде все-таки появится элит, который сделает хорошие реформы. Но это очень важно тоже, чтобы мы, европейцы, знали, каким образом можно здесь реформы делать. Я очень верю в дать жесткие условия за нашу поддержку. В обмен на помощь. Кальма, ну вот вы говорите плюрализм. Вообще это слово совместимо с реалиями Молдовы? По-моему, мы движемся к намного менее плюралистической стране, чем мы были даже несколько лет назад. Беспрецедентная концентрация власти в одном центре и практически маргинализация, ослабление любых политических, экономических, контрбалансирующих сил. Такое, в принципе, похожее было при Воронине, но там был легитимный народный мандат, были выиграны не раз парламентские выборы. Сейчас у нас идет эта концентрация власти. Но с другой стороны, вот вы говорили, один из тех трех факторов надежды – это то, что в 2015 году Молдова показала, часть молдавского общества, пример способности перешагнуть через разделительные линии геополитические, символические вопросы идентификации, которые постоянно нас разобщают, и пойти сплотиться вокруг одной общей повестки, которая близка и тем, кто болеют за Россию, и тем, кто болеют за Румынию. Я говорю о футболе, сейчас у нас передача параллельно с матчем Молдова-Австрия. Вот. Но они все в первую очередь болеют за Молдову, хотят, чтобы Молдова была нормальным, некоррумпированным государством, где бы институты и власть работали в интересах не кого-то, а всех граждан. Но с другой стороны, посмотрите, на прошлой неделе в Европейском парламенте были дебаты. Давать Молдове помощь, не давать, как быть. Все признают, что эта власть просто начихала на рекомендации Европейского Венецианской комиссии и европейских структур, и американцев. Ну, главная рекомендация была – не меняйте избирательную систему. Новая система в условиях Молдовы повышает риск того, что в парламенте попадут люди не то, как настроение в обществе, а система искажает настроение общества и имеет огромное конкурентное преимущество – богатые люди или люди, у которых есть связь с богатыми людьми. Да?
Но власть сказала, нет, мы другие там мелочи, а эту систему мы поменяем. Но практически все в Европе признают, что это нарушение рекомендации Венецианской комиссии. Но я вот смотрю за дебатами, я вижу много депутатов, иногда и чиновников, которые говорят, ну да, да, а что же делать? А в чем альтернатива? Посмотрите, критикуя эту власть, да, есть вопросы. Но мы ослабляем несущую конструкцию, которая, посмотрите, является единственным, как сказать, барьером перед неминуемой победой социалистов и Путина на следующих парламентских выборах. Додо и президента Додона, который взял на себя обязательства перед Россией и перед Путиным. Да. Вот так это повернуть на 180 градусов. И давайте, я сейчас цитирую некоторых людей, не отдавать Молдову в руки Путина. Давайте, ну, потерпим. А это правильные ребята. Они за Европу, они за европейскую интеграцию. Они, смотрите, как жестко борются с российским влиянием и высылают дипломатов и объявляют Рогозина персональной наградой. Молодцы. Нельзя их оставлять. Вот, и мне кажется, в чем-то ставка нынешних властей в условиях нужно признать определенной слабости и разрозненности внепарламентской оппозиции, которая не смогла по субъективным или объективным причинам стать реальной альтернативой, но все-таки эта игра не такая уж беспроигрышная. Пока, мне кажется, у власти получается, и их ставка, что после выборов поставить Запад перед дилеммой. Или мы, или Додон. Поэтому... Я думаю, что это очень хитрый план управляющих. Они успешно манипулируют многих людей, которые не каждый день наблюдают то, что происходит в Молдове, и не понимают сложность этой ситуации. И даже они активно работают на многих людей, особенно в странах близких Молдовы, Евросоюза. Это одна. Вторая, они создали условия. Мы все помним, как телевидение в господина Плахотнюка поддержал господина Додона на президентские выборы, хотя сказали, что они поддержат Майю Санду. И это был очень хитрый план. По поводу Додона я тоже хотел бы что-то сказать. Это, конечно, очень неправильно, когда ваш президент в его разговорах с Путиным почти что поддерживает санкции, русские санкции. Тоже раз очень неправильно поддерживал аннексацию Крыма и много-много таких вещей, где он поддерживает российский, он наоборот борется за допуск молдавских предприятий на российский рынок, за увеличение экспорта. Вы имели в виду, что президент Додон чуть ли не подписывается под российским эмбарго? Поэтому я думаю, что это очень важно, чтобы президент Додон тоже держал определенную линию. Но в основном то, что я считаю, что если бы социалисты выиграли, чего я не хочу, потому что я думаю, что есть гораздо более прогрессивные элементы молдавской политики, но все-таки это не считать как трагедию, потому что важно, чтобы самое важное, чтобы демократические принципы были содержаны, и надо выиграть эти выборы на их основе. Конечно, то, что я сказал уже, что у нас очень много информации о том, что власть очень систематически
подавит активистов несоциалистической оппозиции. Угу. Ну, все-таки смотрите, объективности ради, Андрей Попов выступает свободно, независимо. Я не чувствую никакого давления реально на себя. У меня есть определенная внутренняя самоцензура. Майя Санду гуляет одна без охраны. Андрей Настасьев выступает. Да, их поливают, особенно Андрея Настасьева и Рената Усатова на провластных телевидениях. Ну так что? Но все-таки, мне кажется, мы еще не перешли в зону тоталитарных действий. И вот что произойдет, если вот власть почувствует, что теряет контроль? Как вы думаете, она сможет опуститься ниже и от авторитарных рычагов перейти уже более таким жестким методом расправы с оппозиционными? Андрей, дайте, если можно, добавлю. Конечно, к предыдущему моменту, потому что мне кажется, это очень важно. Вот вы сказали, что на Западе нынешнюю власть считают правильными ребятами. Ну, нет, кто-то считает, не все считают. Я вам скажу, что фактически никто не считает их там правильными ребятами. То есть я разговаривал с очень многими людьми, в том числе и в США, и в Европейском Союзе, которые, в принципе, близки к кругам, принимающим решения. Вот. И никто не считает правящую партию правильными ребятами, потому что всем понятно, что по демократическим правилам эта власть не играет. Вопрос закрыт. И я вам скажу, что, ну, к сожалению, Молдова действительно стала такой, то, что в английском называется battleground state. То есть это таким, значит, такой зоной, где сталкиваются интересы различных стран, и играют здесь тоже, ну, по-разному, по разным правилам. Но я вам скажу другое. Я вам скажу, что если вы посмотрите на примеры, которые схожи с Молдовой, посмотрите на все страны Латинской Америки, посмотрите на разного рода другие страны, где тоже были люди, которые вроде бы делали правильные вещи, но при первой возможности, когда появлялись альтернативные силы, от поддержки этих правильных ребят очень быстро отказывались. И вот поэтому для власти настолько важно, как правильно сказал Кальман, препятствовать возникновению этих альтернативных сил в Республике Молдова. Поэтому нужно максимально зачищать правый фланг и не допускать там появления серьезных лидеров, ну, которые готовы были бы проводить в Республике Молдова реформы, и которые могли бы послужить реальной альтернативой президенту и его команде социалистов. Вот, то есть, и я думаю, что именно во многом поэтому эти силы до сих пор не возникли, потому что когда у тебя в руках государство, когда ты контролируешь рычаги государства и используешь их против своих оппонентов, это на самом деле страшно, потому что противопоставить этому ничего нельзя. Это полиция, это суды, это огромное количество инструментов, которые в цивилизованных странах поэтому и независимы, чтобы их не использовали в своих целях и чтобы не давили оппонентов. В Молдове это не так. В Молдове, к сожалению, все эти институты власти используются для того, чтобы... Вы правильно говорите, то есть сейчас пока нет необходимости в том, чтобы использовать жесткие методы давления на оппонентов. Но не исключено, что такой момент тоже когда-то придет. Значит, отвечая на ваш вопрос, я не считаю, что Молдова есть тоталитарным государством. Нет, вообще. Но признаки авторитаризма. Но есть эти моменты, о которых Влад говорил, которые действительно являются и недемократическими, и не совпадающими верховенству права. И действительно, я вижу тенденции, чтобы очистить политическое поле. Зачистить есть нюанс. Спасибо. От реальных проевропейских сил. Потому что они хотят показать себя как единственная проевропейская сила. И если есть Майя Санду или есть Адриан Настаза, тогда, конечно, очень трудно этот проект продать. И поэтому проект страшилка Дадон и Путина, да? То есть зачищают правый проект фланг. Тот, что мы единственные, которые спасаем страну от русской опасности. И, конечно, это, ну, как бы перверзная логика, которая работает точно
наоборот, на стороне того, чтобы страна стала неспособна евроинтеграции, если им удается этот политический план. Я, кстати, я тоже вижу зона, то, да? Что с другой стороны... Друзья, с другой стороны, мы должны уже обсудить после рекламы, режиссерская показывает, время этой части истекло. Друзья, оставайтесь с нами в студии Кальман Мижин и Влад Кульминский. Мы вернемся через 2 минуты. Друзья, спасибо, что остались с нами. Продолжаем последнюю часть передачи «Политика» в студии Кальман Мижи, бывший спецпредставитель ЕС по Молдове, и Влад Кульминский. И только что здесь был Марк. Марк, только что здесь был сын Влада Кульминского. Но, Марк, все-таки подойди, Влад, вон, давай, иди сюда. Вот это 9-летний сын Влада Кульминского. Подойди к папе. А человечьим. Вот будущее Молдова. Как дела? Хорошо. Хорошо? Влад, вот для него... А может быть, Кальман? Ну, это экспромт такой. У Влада 2 сыновей, один уже студент, и Марк, школьник. Кальман, а вот скажите, пожалуйста, а есть такая теория? И когда Влад говорил, что в Европе все понимают, что это неправильные ребята, может быть, но что очевидно, что этих ребят, ваш лексикон, рычаги власти, что они очень конкретные, что они построили правдами и неправдами, ну, вертикаль власти. И Кальман, которая работает. Которая худо-бедно работает. Мы, понимаешь, сейчас у Европы мало, и у Америки мало ресурсов, мало времени заниматься тут сценариями. Так. По крайней мере, эти ребята, эта власть понятна. Известно, что от нее можно ожидать. И они конкретно решают вопросы здесь. А может быть, Кальман, вы довольно позитивно отзывались о опыте реформ в Грузии, Саакашвили. Единовластие, там далеко не демократия была, без единоначалия. И тоже неплохой у вас отзыв о Беларуси. Может быть, в странах такого переходного периода и правильно так, чтобы был один конкретный, и люди хотят, только не знают кого. Вертикаль власти. Что люди, многие думают, Дадона, а вот Влад Плохотнюк хочет себя вот так поставить, что один конкретный, решающий, сильный политик, который раскидал всех. И это, как я говорю, я от бабушки ушел, от Нуланд, я от дедушки ушел, от русских. Понимаешь? И вот за Молдову построю вертикаль и будет сажать, реформировать, ну, сажать коррупционеров. Может быть, это все-таки вертикаль заработает у нас? А? Значит, бардака будет меньше. Значит, хороший вопрос. Надо чуть-чуть уточнить. В Грузии, в Беларуси совсем другая система, и в Грузии был действительно вертикаль власти и жесткое управление, но тоже сохранили демократию. В конце в демократических выборах выбирали оппозиционную партию. Там реформы были действительно очень сильные и экономические, и в управлении. И тоже модернизация судов и прокуратуры. Этого очень мало в Беларуси, поэтому там совсем другая вещь. Я хочу сказать, что в Молдове я верю, что многие люди в правительстве действительно честно хотят реформировать. Есть мнение такое, что господин Плохотнюк – это хороший менеджер и будет эффективная реформа. И действительно, я думаю, что его единственный шанс, чтобы он это реализировал. Тоже есть сомнение того, что это можно реализировать в условиях такой политической системе и такого неуважения верховенства права, как что существует в Молдове, особенно манипуляция судами и прокурорским телом. Поэтому есть еще одно. И здесь
В этом программе, я думаю, что все-таки мы были чуть-чуть мало критические по стороне коммунистической власти. Нельзя забыть, что все-таки есть огромная континуация здесь в лице господина Плахотнюка. И тогда я помню очень сильно, что тогда инвесторы были очень неудовлетворенные с того, что за все инвестиции надо было договориться с господином Плахотнюком, с господином Олегом Ворониным. Это было огромное препятствие для иностранных инвестиций, которые в Венгрии, в Польше, в балтийских странах были очень-очень сильным рычагом. И в Румынии тоже. И надзор со стороны Брюсселя. Очень сильным рычагом развития. И есть у меня ощущение, что это им надо очень сильно понимать, что они тогда делали плохо, и что постоянно делают плохо, что за то, чтобы были инвестиции. Если инвесторы не видят стабильность правовой системы, хорошие инвесторы не приходят. И пока нет. Кальман, справедливости надо стоит отметить, что есть успешные примеры таких реформ. Когда приходит, как Андрей сказал, к власти одна партия, группа людей, расчищает все поле, берет власть в свои руки и действительно строит функциональное государство. Есть такие примеры. Есть у нас там, опять же, это заезженный пример Сингапура, Малайзии, есть некоторые страны на бывшем постсоветском пространстве. Но у меня другой вопрос, если вы позволите. Вот сейчас в стране, в принципе, часто бывает на телевидении бывший президент Румынии Троян Басеску, который продвигает следующий аргумент. Он говорит, что Молдова, в принципе, как государство, по большому счету, не состоялась, и что шансов на вступление в Европейский Союз как самостоятельного государства у Молдовы больше нет. Единственное, не только в обозримом будущем. Не только в обозримом будущем, а вообще. То есть речь даже не идет там о ближайших 20 годах. Речь идет о том, что вообще больше таких шансов нет. Не обманывайте народ. Поэтому он говорит, и этот аргумент, я думаю, находит понимание у достаточно многих людей. Поэтому единственный шанс для Молдовы стать членом Европейского Союза и вступить в НАТО – это присоединиться к Румынии. И других вариантов у Республики Молдова нет и никогда не будет. Я хотел задать вам этот вопрос, Кальман. Вот вы все-таки как видите Республику Молдова? Есть ли шанс у нашего государства быть нормальным государством для своих граждан и двигаться в сторону Европейского Союза как независимое государство? Подождите одну секундочку. Но как раз это, вы говорите, для определенного количества людей это аргумент, что за Румынию, объединение. Но я думаю, для еще большего количества людей вот такая риторика, что все, игра сделана, Молдова не состоялась, Европы не видать, единственный шанс это в Румынии. Для еще большего количества людей, это в основном электорат Игоря Николаевича Дадонова, это является как красная тряпка, да? Мобилизующим фактором. И мне кажется, здесь закончу, что вырисовывается направление следующей президентской кампании, которая уводит как раз от тех объединительных внутренних реформ, трансформации, борьбы с коррупцией, укрепления институтов, вот все это рациональное зерно, которое объединяет всех в принципе, снова страна уводится в расколотое общество. Басеску будет говорить, Троян Басеску, бывший президент Румынии, лидер одной партии, что только в Румынию. А, конечно, он фигура такая очень яркая, сильная. И популярная. Очень популярная и антипопулярная в то же время. Для кого-то популярная, для кого-то антипопулярная. Мне кажется, это как раз поможет в том числе и власти, в том числе и президенту Дадону увести дискуссию в следующий год с рельс трансформации. Изменений. На геополитическое противостояние. Вы с Путиным или вы с Басеску? Вы с Европой или вы с Дадоном? Знаете, я очень уважаю Трояна Басеску, знаю с 2004 года, по-моему, когда он был мэром Букареста. И я очень уважаю его как политика, но за многие вещи. Но с другой стороны, надо сказать, что
его позиция по Молдове не принадлежит к этим факторам, за которые я его очень уважаю. Я думаю, что это неправильная обстановка. И это может иметь отрицательный эффект, что это может соединить именно людей, которые не хотят Европу, или, иначе говоря, те, которые хотят иметь независимую Молдову, в том, что господин Басеску говорит, видят такую опасность, что это не влияет позитивно на то, чтобы они были проевропейскими. Поэтому это, я думаю, что очень опасно. С другой стороны, это тоже войдет в тот план, который помогает монополизировать европейскую площадь политической картины, с то, чтобы поделить радикальную проевропейскую сторону помежду партии, которую поддержит господин Базеску и, скажем, Майя Санду. То есть расколот проевропейский? Расколот, так. Можно я вам задам один вопрос прямо? Это, я думаю, что это очень отрицательно. Но я политики... только мог ощущать, почему господин Басеску это можно делает. Можно вам напрямую вопрос задать? Скажите нашим телезрителям, у Молдовы есть шанс вступления в Европейский Союз в том случае, если в стране будут осуществлены глубокие внутренние реформы? И разве не логично, что если страна действительно встанет на рельсы реформ, если действительно страна будет похожа на функциональное европейское государство, но Европейскому Союзу, наверное, будет сложно аргументировать, почему Республика Молдова, значит, не может двигаться в сторону Европейского Союза. А, конечно, в том виде, в котором страна существует сейчас, то есть у нас есть шансы стать... Я с вами согласен. Мы очень далеки сейчас от этих реформ. Гораздо потому, более далеки, нас... чем в 2009 году казалось. Но если перекрутим этот тупик и идем в сторону реформ, да, в Молдову, есть шанс более глубокой интеграции с Евросоюзом в конце этого членства. Да. Ну, послушайте, членство в Евросоюзе, я разделяю эту цель, но это не самоцель. Европейская интеграция и в Венгрии, и в Польше, и в Румынии, и в странах Балтии была очень эффективным инструментом, рычагом, через который, идя к Европе и получая помощь от Европейского Союза, вот сын мой звонит, ребят, вот тоже будущее, он насчет футбола. Александр, папа Юрий Винник, 2 минуты. Вот так, Ривинник, 2 минуты. Видите, ну это у нас человечная программа получилась. Калман 2 года назад стал отцом дочки Зои, супруга, кстати, из Молдовы. У Влада 2 сыновей, у меня взрослая дочка и сын, вот сейчас... Мы о футболе говорим сегодня, матч Молдова-Австрия. Переключайтесь после завершения нашей программы. Завершился как раз первый тайм. Друзья, я немножко отвлекся, простите за это лирическое личное вступление. Вопрос в чем? В том, что в странах, которые стали членами ЕС, именно европейская интеграция помогла победить реформистски настроенным силам не только в обществе, но и во власти. Победить над силами, для которых личные, корпоративные, частные интересы превыше всего, и которые тормозят реформы. Нам нужно реформироваться, чтобы строить институты, чтобы они работали независимо, в интересах граждан, а не были подчинены другим интересам, чтобы суды работали по справедливости. И вот все это такое. Я бы не ставил, конечно же, членство в Евросоюзе для кого-то это благо, для кого-то это люди боятся этого. Но главное нужно понимать, что... В первую очередь, функциональная модель. Смотри, развития. Я на этом завершу. Можно быть... разделять европейские ценности, ни разу не говоря Европейский Союз. А можно с утра до ночи говорить Европа, Европейский Союз и обматываться в большие европейские флаги, а реально быть антиевропейскими. Вот европейская ценность – это уважать
право другого на другую точку зрения, уважать права человека, свободу СМИ, право на это то, что... Это соблюдать правила в первую очередь. Ну, конечно. И не менять их по своему усмотрению. Друзья, я прошу прощения за такое лирическое отступление, личное, все-таки необычное. Вот Влад, действительно, он для меня во многом старый, хороший друг, и Кальман очень близкий друг. И поражает меня Влад тем, как он относится к своим детям. Занимается с ними и уроками. Вот сын Марк, 9-летний, с утра до вечера, сейчас, вот, вернее, после школы, с Владом на встрече, на телевидении. Вот, в принципе, главное, что объединяет и тех, кто хотят таможенный союз в Евразии, и тех, кто хотят объединения в Румынии. Андрей, чтобы дети есть очень важный вырасти в нормальной источник стране. Еще здесь. Какая часть молдавского экспорта идет на Евросоюз? Ну, приблизительно половина. Чуть-чуть больше, чем половина. Сколько идет на русский рынок? 65% в Европу, 11% на рынок из России. И это очень важная реальность этого. Друзья, мы должны поставить здесь точку. В нашей студии сегодня был Кальман Мижи, спецпредставитель, бывший спецпредставитель Европейского союза по Молдове, и Влад Кульминский, исполнительный директор Института стратегических инициатив. Спасибо, что были с нами. Переключаемся на футбол. Молдова, Австрия. We'll be right back.